Всем доброго времени суток. У меня короткое включение. Несколько вещичек, которые я или сегодня, или завтра передам в клуб 28 петелек. Здесь у меня нет кардиганчиков или распашоночек, не знаю, как их правильно назвать. Но они такие без пуговок вяжутся. Я их не стала вязать из такой пряжи. Очень уж она такая кусачая. Но говорят, что вот именно вот ее этот эффект покусывание, он и благотворно действует на недоношенных деточек, как сейчас говорят, маловесных. Пледик, шапочки, три штучки и три пары носочков. Нужно бы, наверное, еще кардиганчиков связать, но уже из другой я посмотрю, там у себя другую пряжу, тоже стопроцентную шерсть, но чтобы она тактильно была более такая приятная, что ли, к телу. Потому что эта пряжа деревенская, она такая полугрубая шерсть, написано на этикеточке, и поэтому даже вот в руки ее взять уже колючая. Вот. Но хочу сказать, что я вязала такие вот носочки для себя из этой деревенской пряжи. И тоже, когда вот заболеваешь, то одеваешь эти носочки просто на ночь. Очень даже хорошо. На утро можно уже на работу идти. Ну, вот такое коротенькое видео. Всем спасибо за просмотр. Всего хорошего.